Архитектурная комиссия при администрации города одобрила проект на строительство развлекательного центра на проспекте Ленина, 32. Объект находится в самом центре Иваново, поэтому вызвал пристальное внимание архитектурного сообщества. Это будет пятиэтажное здание, вплотную примыкающее к существующему торговому центру. В развлекательном центре разместят клуб, конференц-залы и ресторан. Нижний подземный этаж предусмотрен под парковку. Проект был согласован региональным комитетом по государственной охране объектов культурного наследия. Критерии у нас ко всем объектам одни, они утверждены, и действительно объект должен вписываться в окружающую застройку и улучшать среду на той территории, на которую его планируют строить. Конкретно этот объект по архитектурным решениям становится продолжением здания Королевы Роз, однако предполагается, что и с фасадами Королевы Роз с материалом необходимо поработать.